Всем привет, это Каштанов, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет реакция на Барка, трек называется «Не лей». Я первый раз буду слушать этого исполнителя, абсолютно про него ничего не знаю. Если честно, я подсмотрел на других каналах, на реакционеров, то, что все делают реакцию на этого исполнителя, и якобы он там какой-то крутой, нереальный. Давайте вместе послушаем и заценим, что же это такое за самородок, да, как я понял. Приступаем к просмотру. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Поехали! Всем ассаламу алейкум. Здорово. Друзья, распространяйте прямой эфир по разным людям. Увеличивается. Артистичный такой. Я не помню уже сколько прошло, но я точно помню твой кислый запах. Ты как крепкий закат, даешь мне почувствовать, даешь мне жгучий шапал. Забитая хатка, рядом ты и ты, свежая трава. Нахап, не добавка, память не мысль, бесплатно доставка. Научу тебя лидер, и меня крепко обнимай. Никогда не отпускай. Покорим мы небеса, только ты и ты, не я, и так заблудимся мы там. Сколько там человек? 182. Он такой, действительно, прям какой-то самородок, да? Прям дальше больше, друзья. Среди корешей своих что-то там просто вытворяет. Озен. Ты меня раздела, я гора. Так, я глубины души. Мои чувства не потушить, в объятия лжи. Как заглушить теперь оружие твое? Ё-моё-моё, заглуши ружьё. Я на миле, на могиле. Девочка с косичками, и помоги мне. Воды налей. Не мучи меня, прошу, ты делаешь больней. Бездонными глазами добивай меня сильней. Солеными слезами душу ты прошу не лей, душу брожу не лей. Бездонными глазами добивай меня сильней. Бездонными глазами добивай меня сильней. Солеными слезами душу ты прошу не лей. Бездомными глазами добивай меня сильней. Меня добивай сильней. Что там, 200 есть? Если 200 есть, то следующий трек сразу. Бля, 200 попал, минус 5, минус пятёра там. Давайте 200 добьем и следующий трек. Давайте, друзья. Ну, ребят, теперь я понимаю, почему в описании, да, название этого видео, все ждут выхода этого трека. И прям действительно хотелось бы его, конечно, послушать с хорошей музыкой, с хорошей обработкой, со студийным записанным голосом. И это будет по-любому какая-то прямо бомба. Я так понимаю, это кыргызстанский исполнитель, да? И он, скорее всего, особо неизвестен. Ну, по понятным причинам, да? Видно, что он такой прям лютый андеграунд. Рядом какие-то кореша. Все вот под этим делом. И просто ребята вообще кайфуют, отдыхают. Не знаю, он там есть у него... Ну, я так понял, у него еще есть какие-то песни, судя по тому, что он сказал в самом конце эфира.
Ну, это прямо чем-то напомнило отдаленно Miyagi and the Panda, да? Но как бы абсолютно разный стиль, но что-то такое же, какие-то вот эти вот мелодичные припевы, получитка, как это назвать? То есть половина читает, половина поет, но в то же время это никак не чувствуется, да, что какая-то там, ну, грубо говоря, попса, тут даже близко этого нету, то есть это прям такое крутое, андеграундное, уличное, но в то же время необычное звучание. Это даже не... Ну, это, конечно же, не рэп. Я даже не знаю, что это за стиль. Возможно, у этого даже нету стиля. Он просто как бы рубит от души все, что чувствует. Как чувствует, да, так и рубит. Кстати, напишите в комментариях, как вы считаете, к какому больше жанру или стилю можно отнести это произведение, это исполнение. Я прям вообще затрудняюсь ответить. Ну, конечно, да. Что тут можно сказать? Желаем парнишке удачи. Я думаю, удача здесь прямо очень немаловажный фактор. Если его заметят, кто-то услышит, он обязательно стартанет. Тем более сейчас, век интернета, да, Ютуба и всевозможных площадок залил. Кто-то, кому-то понравилось, начали репостить, распространять все. До нужных людей, я думаю, дойдет. Дело времени. Ну, желаю просто творческих успехов и крутого взлета. Красава. Ну все, давайте всем пока. Было такое небольшое видео, небольшая реакция. И я сейчас, опять же, да, повторюсь, услышал действительно что-то новое. Какое-то новое звучание. Хотя и с... не совсем крутым музыкальной обработкой, вот так вот скажу. Ну, это понятно, это запись эфира. Все, давайте, все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, все, что вы думаете по моей реакции. Напишите, что вы думаете по этому Барку. Кстати, сколько ему лет вообще, откуда он, чем занимается, кто-нибудь может сказать? Пишите в комментариях, я все комментарии читаю, по возможности на все комментарии отвечаю. До встречи в комментариях, пока.